7. Командир ранен. Скорую, быстро. У вас аденома гипофиза. Видимо, это результат ранения, которое вы получили в прошлом году. Что, на кладбище, что ли, пора? А мне сейчас хоть ППС, хоть участковая. Мне лишь бы живая работа. Должность референта. Оружие не надо, работа не поменяет. Знаешь, есть такая примета. Если в деле дилетант, то готовь доски на гробы. Да ты не понимаешь. Это дело принципа. Я хотел спросить, как это произошло. Их устраивает версия самоубийств. Пока не доказано обратно. Каждый раз, когда соприкасался с какой-нибудь вещью, связанной с данной ситуацией, он видит прошлое. Слушай, я всегда думал, что это наше с тобой личное дело. А если это внезапно открывшийся дар ясновидения? Очухов, знаешь, кто это? Мразь, который убил моего друга Серегу Грунина. Почему ты здесь, а не я в СИЗО? Да потому что еще не вечер. Повезло вашему отделу. Такие люди у них теперь референтами работают. Больные на голову. Контуженный. Премьера. Мужики свои! Смотрите только на 5-м.